самбо и сальса, танго и рок-н-ролл. Уже в 13-й раз на паркете Дворца спорта «Видное» состоялся праздник музыки, танца и молодости. Зал очень красивый, паркет хороший. И, в принципе, организация тоже. Конкуренция, на ваш взгляд, была сильная? Ну, достаточно, да. Я думаю, да. Главным зрителем соревнований стала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, что тоже свидетельствует о высоком статусе мероприятия. Очень радует, что танцевальный спорт не только популярность свою не теряет, но и наоборот ее набирает только. Очень приятно, что очень много спортсменов приехали из других регионов, чтобы участвовать в этих соревнованиях. За два дня, который длился всероссийский турнир по танцевальному спорту «Кубок звездного вальса», свои умения показали свыше 2000 пар из 60 городов России. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа пожелать всем, кто сегодня и гостям, и спортсменам, и тренерам, всем, кто сегодня в нашем красивом зале на этом танцполе, пожелать успеха. Свое название кубок получил по имени видновского клуба «Звездный вальс». Он входит в топ-30 танцевальных коллективов России. Именно его участники на открытии финала соревнований показали эффектный флешмоб. В этот момент на паркете было более 300 человек. Лучшие пары страны и мира сегодня у нас на нашей площадке города Видно. Это дорогого стоит. И безумно приятно наблюдать вот такой уже практически полный зрительный зал, что говорит о том, что город Видное любит танцы. И танцы любят город Видное. Для участников этот фестиваль не только способ продемонстрировать свое мастерство, но и возможность новичкам встретиться с более опытными соперниками. Волнение из-за того, что я один, но соревнуюсь со взрослыми, и мне страшно, что меня просто задавят на паркете. Все пары довольно сильные, все молодцы, конечно, все довольно качественно танцуют. Было, конечно, сложно, потому что мы танцевали два раза подряд. А для зрителей это уникальная возможность побывать на красочном шоу, ведь каждый, кто выходит на паркет, прикладывает максимум усилий, чтобы показать все, на что способен. Волнений не было, я была уверена в своей подготовке, но турнир был очень красочный и очень приятно было здесь танцевать. Внутренне какую оценку себе поставить? 10/10. Можно смело утверждать, что «Звездный вальс» стал одним из важных брендов Ленинского округа, наряду с мотобольной командой «Металлург» и баскетбольным клубом «Спарта НК». Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.